Никакое красноречие не сравнится с воздействием на женщину по сравнению с блеском бриллиантов. Так в свое время написал Уильям Шекспир, и согласитесь, эти слова актуальны и по сей день. Ну что ж, я думаю, вы уже догадываетесь, к чему я веду. Сегодня в рубрике «Украшения» лучшие цены на бриллианты. С огромным удовольствием я представляю вашему вниманию уникальное предложение. Демонстрирую сразу же комплект, кольцо и серьги. Но сейчас речь пойдет о сережках, хотя полностью гарнитуры доступны для заказа в нашем колл-центре. Итак, встречайте специальное предложение канала Shop & Show, цена на которое действует только сегодня. Серьги «Королева сада». Почувствуйте себя и станьте настоящей королевой, настоящей хозяйкой положения, хозяйкой своего дома, хозяйкой своей жизни. В бриллиантах возможно абсолютно все. Мы ничем вас не ограничиваем, мы предлагаем вам на выбор модификации и такую доступную цену, что я уверена, каждый из вас готова и может позволить себе эти бриллианты прямо сию секунду. Тогда чего же вы ждете? Количество товара ограничено, это спецпредложение, это всегда лимитированные партии. И более того, цена действует только сегодня. Вам сегодня при этом платить не надо ничего. Оплата происходит только при получении. Итак, великолепные серьги «Королева сада». Это украшение из серебра в золочении. Внимание, с бриллиантами, с чудесными, великолепными бриллиантами. Я готова доказать вам это прямо сейчас с помощью документа на серьге. Неважно, какую модификацию вы закажете, к вам в любом случае приедет документ, сопроводительный документ, в котором вы прочитаете, что здесь имеются два драгоценных бриллианта. Вы увидите показатели. Давайте с ними разберемся. Круглые камни, 17-гранные. Показатель цвета второй, показатель чистоты третий, это очень хорошие показатели, потому что увидеть показатели в ювелирных магазинах не так часто приходится, обычно там показатели четвертый и пятый. Это из восьми, нужно понимать, какой в целом уровень, действительно очень высокий. Буква А символизирует о том, что это выше совершенная степень огранки. И какой хороший вес, посмотрите, 1/100 карата, не тысячная, не какая-то там 10-тысячная, а 1/100 карата вес этих чудесных бриллиантов. Итак, вы получаете паспорт на серьги. В любом случае, заказываете ли вы отдельно сережки, или вы заказываете комплект серьги и кольцо, паспорт приезжает на каждое украшение по отдельности. Посмотрите, вот они в центре этих чудесных камелий, подмигивают вам. Давайте сейчас посмотрим на обе комплектации. Это важный момент, чтобы вы сразу определились, что вы выбираете. Прелесть заключается в том, что в любом украшении имеется комбинированное покрытие. Но, смотрите, в одном случае больше золочения, и радированными являются только листочки камелий. В другом случае больше радирование и золоченые листочки камелия. Конечно же, к каждой паре сережек имеются кольца, то есть вы создаете сразу готовый комплект. При этом я хочу предложить вам вот такой вариант. Смотрите, смело можно сочетать, вот я сейчас примерила кольцо золоченое, смело можно сочетать, допустим, сережками радированными. Это комбинированное покрытие, это настоящая находка, потому что вы можете эти серьги носить с любыми украшениями, с золоченными, с полностью серебряными, с комбинированным покрытием. Эти серьги настоящая находка. Во-первых, это бриллианты. Это ваш статус, это престиж, это вложение. Бриллианты только дорожают, и они не собираются дешеветь. Поэтому, соответственно, это всегда инвестиция, это всегда ваше вложение. Это демонстрация, конечно же, вашего статуса. Вы, именно вы, не кто-то другой, а вы можете позволить себе носить бриллианты хоть каждый день, потому что сегодня такие серьги стоят лишь 2999 рублей. И, кстати, обратите внимание на нашу прекрасную Евгению, которая демонстрирует вам комплект кольцо и серьги «Королева сада» в сочетании с цепью «Бисмарк». Ее цена 1999 рублей и крестом. Крест называется, сейчас мне подскажут, спаси и сохрани. И весь этот образ доступен для заказа в нашем колл-центре. Но мы сейчас с вами внимание сосредоточим на изумительных сережках и на великолепных бриллиантах.
чудесное украшение. Мало того, что статусное, так еще и такое универсальное. Это мечта. Многие женщины, я уверена, мечтают о том, чтобы позволить себе носить бриллианты в разных ситуациях. Отправляясь на работу, отправляясь на шопинг, в магазин, на прогулку с друзьями, подругами, со своими детьми, внуками, отправляясь, допустим, на вечернее какое-то мероприятие, чтобы были серьги с бриллиантами, кольца с бриллиантами универсальные. Многие об этом мечтают. Ваша мечта сегодня сбывается. Помимо того, что бриллианты — это всегда дорого, это всегда в моде, это статусная, это инвестиция, это еще и определенная символика. Бриллиант — символ солнца. Если мы говорим о том, символом какого небесного светила являются камни, природные минералы на Земле, то, безусловно, бриллиант, он же алмаз, еще до огранки, соответствует именно солнцу. А это значит прекрасное настроение. Это значит всегда заряд бодрости, энергии, позитива. Это украшение, которое будет не просто делать вас красивой и нарядной. Это ювелирное изделие, которое будет вас поддерживать. Это ваш талисман, милые дамы, природные камни. Это всегда энергетика, это всегда магия самой матушки природы. Потому что их извлекли из недр, они напитались энергетикой, они создавали и жили, ну, действительно, миллионы лет. Очень-очень возрастные камни, бриллианты. Это не то, что, знаете, за десятилетия они образовались в земной коре. Они образовывались там действительно миллионы лет. Поэтому всю эту энергетику позитивную вы тоже будете впитывать, надевая эти чудесные серьги. Ну и, конечно же, помните о том, что натуральный камень — это всегда еще и определенные лечебные свойства, потому что это не только заряд энергетики, это польза для нашего здоровья. Это тоже очень важно. Я уверена, как только вы начнете носить серьги королева сада, вы на себе это прочувствуете. Бриллианты снижают высокую температуру, снимают усталость, активизируют обмен веществ, устраняют бессонницу. В современном мире это очень важно. Я человек, в принципе, который спит очень хорошо, но, знаете, на днях меня такая бессонница одолела, я просыпалась раза 3-4 за ночь. Ох, надо было надеть серьги с бриллиантами, отправляясь спать. Более того, мощная целительская сила для человеческого тела и духа. Вот что свойственно бриллианту. Обратите, пожалуйста, внимание, что это украшение не только нарядное, не только статусное. Это украшение комфортное. Ах, как редко это бывает в наши дни. Сочетание комфорта, статуса и, конечно же, престижа. Посмотрите, здесь используется английская застежка. Давайте мы измерим штифт. Это важный момент, потому что штифт позволяет нам понять, насколько комфортно будет в ухе от этих сережек. Штифт имеет длину 1 сантиметр, подойдет под любую мочку, и я очень хочу замерить еще и штифт. Внимание, заниженность штифта, правильнее сказать. Давайте посмотрим. Итак, ничего себе, 5 миллиметров. Фантастическое занижение, не будет виден прокол. Это удобно, это комфортно. Это значит, что вы всегда будете испытывать только удобство при носке этих сережек. Ну а вы заметили эти прекрасные цветы в центре? Ведь это камелия, любимый цветок Коко Шанель. Серьги королева сада, отражение вашего вкуса и статуса.